talking to himself. He sits and waits for something better. Never find it here. Вот они, герои! Считаю, что такого у нас в истории фестиваля еще не было. Под номинацией была одна студия «Целиком». Студия «Ворота», поздравляю, красавцы! Друзья, студия «Воруха», если вам уже традиционно, татуировка – это клип. Пацаны просто не оставили никому шансов и взяли все. Взяли все и унесли. Его нет. Сегодня 18 июня, торжественное такое событие, мы открываем третью студию в городе Санкт-Петербург. Ура!
machine.